мы танцоры, мы без этого не можем. Поэтому как бы для нас танцевать только за радость. Прославленный башкирский ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова, существующий с 1939 года, возвращается к выступлениям после долгого перерыва из-за коронавируса. Во время самоизоляции артисты занимались дистанционно и успели соскучиться по сцене. Для нас было неожиданно то, что мы шли на карантин, но мы занимались самостоятельно. Также весь май мы занимались по видеосвязи, по зуму. Разница есть, да. Здесь все равно как бы смотрят на нас, мы чувствуем друг друга, с партнерами танцуем. Без сцены никак. Непривычно, но что делать? Форму нужно всегда держать, поэтому мы старались, как могли. Сами растягивались, сами тянулись и, конечно же, танцевали. Но сидишь дома, и все равно хочется и покушать, и попить. Но понимая, что скоро на работу, скоро все равно это закончится, коронавирус, и мы с супругой вместе работаем в этом ансамбле уже много лет. И мы все равно друг за другом наблюдаем, друг друга поддерживаем. Она мне замечание, как я, и как бы. Поэтому всегда были на диете, мы в прекрасной форме. За время, пока массовые мероприятия были под запретом, ансамбль пополнил свой репертуар. Восстановили некоторые танцы, а также добавили три новых. Мужской пехотинский, массовый адыгейский и сольный женский хумай. А сказочные птицы из башкирских сказок. Как бы несем ту радость, которую люди испытывают, смотря наши концерты, да? Вот. Ну, действительно так же, да, ты идешь на концерт и вдохновляешься от того, что вышел артист, исполнил что-то, и он тебя зацепил, и он тебе понравился, или она тебе понравилась. Вот. Конечно, это было тяжело в период пандемии, просто как бы быть дома. Когда вот какой-то долгий перерыв бывает, ты немножко отходишь от этого образа, от этой темы, допустим, да? Но когда ты начинаешь снова работать, все это вспоминается, и ты еще по новой добавляешь именно свои вот эти вот какие-то нюансы. То есть его взращиваешь, растишь этот образ. Постановщики и репетиторы говорят, что за период самоизоляции некоторые артисты стали танцевать еще лучше. Уже на этой неделе, 18 сентября, жители Башкирии смогут оценить мастерство ансамбля в Конгресс-холле. Этот концерт откроет 81-й творческий сезон. Сразу после него коллектив отправляется в Турцию, а далее в гастроли по Башкирии. Это Киргизмияки, Красноусольск, уже по районам. А начало октября у нас будет неделю времени, мы остановим некоторые танцы, приезжает постановщик из Чечни, Чеченской республики, Дукало. Мы его ждем, потом уже сразу опять у нас идут гастроли по северу. Это практически месяц. Эльнара Хасанова, Руслан Габидуллин, телеканал ЮТВ.